Всем привет, всем привет. У нас фазмофобия, это специальный кошмар у меня. Шаблон кошмара, но с одной уликой, без нычек, и начиная с 50% рассудка. И у меня сегодня здесь Дэйв Роец, я приехал на Эйчфилд, и мне нужно сбежать от него, засечь звуки микрофоном и МПшкой в него потыкать. Вот. Так, у нас рассудка сейчас нету. Мы берем благовошку и берем свечку, чтобы у нас рассудок сильно сейчас не тратился. И идем слушать скорость. Господи, где дверь? Я сейчас. Оп, быстренько. Я надеюсь, он не здесь. И стоим, слушаем. Шаг совершенно обычный. Насчет Мороя я еще поторопилась. Подожди. Ни близнецы, ни ревенант, ни ханту. Все. И пока что все. Угу. 50 начал. Берем фонарик. Берем МПшку. Берем. Нет, на этом мы пока не берем. Берем термометр. Идем, включаем щиток. О, мяч. Появился. Да. А, я без ночи. Сама поставила, сама забыла. Ой. Константины какие-нибудь? Вроде нету. Стартовал он, я так поняла, с кухни. Или с коридора. Или вообще с ванны. С ванны? Так быстро. Отлично. Стой там. Никуда не уходи. Давай мы себя тут сразу же обезопасим. Да, не градусником. Возьмем вот это. Сразу же арбушку проверим. Орбы. Maybe. Нет? И здесь нет? А здесь? Да, что ж я закрыла? Не, вроде нет. И у меня точно еще здесь? В смысле? Не надо так. Градусник, чинись. Ай. Привет. А куда ты улетел? Ну ладно. Да непонятно, вроде здесь. Он сидит там. Дышит, дышит. Не они. Они такой год не может делать. У него они только физически. Радио. Лазер. Чатки. Чатков нема.
Да? Не, нет. Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ты здесь? Ты молодой? Ну и ладно. Еще раз. Не, нет. Ты не отпечаточный у меня. Тогда еще блокнот надо нести. Давай мы смотрим. Сначала. Пробежит, не пробежит. То вдруг и не надо будет нести. Ну что, пробежишь? Видимо, нет. Или он все-таки в другой комнате? Ладно. Захватим еще это. У меня тут еще хоть друган. Ну да. Давай слушать. Заодно на лазерку смотреть. Ой, как громко. Спасибо. Видели, видели? Он ест крест. Ты Димон? Или ты Райдзю? Блин, а у меня еще Константин не найден. Это Димон. Походу, Димон. А у Димона чё? Минус у меня... кстати, у Димона же... Я скажу. Записи в блокноте. Всё. Мне сыково стало. Чё делать? Давай мы вот тут спрячемся. Ну все, будем так Костю искать. У меня нет времени таскать все вместе. Но оба блокнота чистые. Не посмотрели еще? Блин, в углах самое дурацкое. Я не побегу, отстань. Подожди. Сказала, что блокнот слышала. Как тут светло. Все, я не могу. Я в таком напряге из-за того, что это Димон. Ну, просто, а кто еще это будет есть крест, если он не ест тот, который, блин, у него внутри... О, как тут темнота.
Тут даже зажигалка. Ох, ё-моё. Нормально, не хочет светить. Где? Было, было. Почините кто-нибудь свет уже в этой локации. Было. Вот чё, вот что вот это? У меня перегруз. Тихо, ты там, главное, кресты не ешь. И не скрипи мне в ухо. Твою же за ногу. Но это там больше некому. Это Димон. Я тебе серьезно говорю. Он просто сожрал крест полностью, абсолютно и бесповоротно. Ой. Сыкую я, сыкую. Честно тебе скажу. Не надо, подожди. Посмотри, он и этот жрет. Окно-то пустые. Где здесь? Я тупо на один раз прохожусь. И все, второй раз. Я не пойду по дому. Я слишком страшно. Моя миссия выполнена. Почти. Мне осталось от него сбежать. Дай бросил фотик. Я не буду его сейчас искать, я просто хочу пойти и сфоткать еще раз крест. Который он там сожрет сейчас, по-любому. Да, я отчаянная. Что, съешь крест? Да, вот брошу еще на всякий. Вдруг мне придется перебегать. Чё, не жрёшь? Нет?
И не пишет, ты посмотри. Не в один блокнот. На вот тут. Ты здесь до сих пор тусишь. Напиши. И жри крест. Если это Рэдзю. Мне будет хана. Это выключено. Ты будешь хоть что-то делать? Не моргай мне здесь. Мне страшно. Ну что? Ну хоть напиши, что ли. Или съешь уже крест. Такую, не знаю. Мне сбежать только осталось, в принципе. Вообще затих. Давай. Хоть что-нибудь. Ты же Димон, тебе насрать должно быть на мой рассудок. Ты издеваешься, да? Я тебя ненавижу, чел. А, я себе тут выключил, наоборот, свет. Не смей. Не надо. Да ты издеваешься? Где мой второй фотик? Да все-таки посмотрим. А, вот. Одна фотка осталась. Ты будешь есть, а? Отлично. Давай. Я считаю, что это Димон. Я сбежала, отлично. О, все, не могу, я прямо на пряге была. Ненавижу Димонов. Ненавижу, просто ненавижу. У меня раньше было в статистике, что больше всего смертей у меня именно от Димонов. Интересно, почему?
Я сейчас не Димон. Да нет, больше некому. Ну да. Я удивлена, что он сразу не начал у меня тогда атаку, как в прошлый раз было у меня. Ты мне скажу. На кастоме без ули, когда я просто тупо забежала, и у меня сразу же атака, ну, закрыла дверь за спиной, как только я в дом зашла. Вот. Божечки, кошечки. Один раз менялась любимая комната. Ну, что за способности у него? Он мне не дал блокнот, ведь прикинь. Не дал. Один ГОСТ, это куда-то он у меня улетел тогда, да. Было дело. Ну и все. Может, видимо, он на кухне тогда был. Поэтому начал жрать крест. Хотя у меня и фаны показывают температуру. Ой, короче, Димон, он и в Африке, Димон. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Заходите в описание, там есть ссылочка на дискорд-сервер и на телеграм-канал с анонсами. И увидимся уже в следующих сериях. Всем пока-пока!